you mm -hmm. Привет всем, дорогие друзья! Сегодня я снова выбрался на улицу, снова выбрался в лес. И у меня появилась такая идея для видео спонтанная, можно сказать так. Я сидел дома, все равно я сейчас не работаю, ничем не занимаюсь. Пойти в лес, ну в такой, так скажем, небольшой лесок, который, можно сказать, фактически лесом, потому что это довольно-таки далеко, 5 километров от дома. Пойти, так сказать, в поход. Кто-то в комментариях мне писал, что типа это хорошо будет для себя, для гармонии внутренней, внешней и прочего. Посидеть просто, может быть, порыбачить. Если у меня получится и рыбак из меня никакой, конечно, это понятно. Ну просто для успокоения души, так скажем. Ну хотя в принципе мне чего волноваться, у меня проблем в жизни мало, кроме каких-то, может быть, депрессивных, моральных каких-нибудь проблем, как вы понимаете, да, развести костерчик, атмосферно посидеть и, может быть, даже обсудить какие-то насущные темы, которые, ну, понимаете, как я всегда люблю вот это пофилософствовать, там, поразговаривать и прочее. В общем, включаемся и посмотрим как все будет происходить я как человек кстати это довольно таки неплохой пример будет для тех людей которые может быть такие же как я там ну знаете не особо уклюже в жизни знаете ну не приспособлены или еще что-нибудь типа того ну как многие думают что я типа ничего не умею делать вот и посмотрим смогу я что-нибудь сделать сам лично я один здесь нахожусь никого вообще нет в этом лесу никто не ходит даже машины рядом не ездит как вы слышите какая тишина поэтому Посмотрим, как все это пройдет. Надеюсь, что этот контент зайдет немного хоть вам. Но это хоть для разнообразия, знаете, не всегда же там философские мысли свои кидать постоянно под дождем. Надеюсь, что эти сегодня дождя не пойдет, а то будет опять фиаско, как в прошлый раз. В общем, продвигаемся дальше. И, кстати, да, дорогие друзья, можете подсказать мне еще какую-нибудь идею для видео. Может быть, что-нибудь у вас есть в голове, что вы хотели, чтобы я снял там, или можете про что-нибудь рассказал бы. Мне очень интересно ваше мнение в комментариях, хоть у вас и не очень много, конечно, подписчиков, но я очень рад, что есть такой позитивный фидбэк под моими роликами. И подскажите мне просто какую-нибудь идею для того, чтобы я мог снять новое видео, там, может быть, что-нибудь типа. В общем, жду ваши комментарии, если можно, пожалуйста. Если вам не сложно будет, конечно. Чистый городской житель, куда мне? Костер развести это даже не, далеко не каждый сможет. Я имею в виду из таких, как я. Вот, в принципе, костерчик-то и готов. Не такой уж я не приспособлен ни к чему. Костер уже даже практически пригорел, нужно подкидывать постоянно. Начну скоро жарить сосиски. Я думаю, что у меня это получится во всяком случае. Ну, я не знаю на самом деле. Я думал, сначала будет большой костер. Как-то получился, он уже весь сгорел. Хотя и ветра особо здесь нет сейчас. Так что, ребята, одну миссию я уже выполнил сегодня. Так что я уже доволен сам собой, можно сказать и так. Итак, вот, как я говорил, все-таки что-то да у меня получилось. У меня тут хлеб, колбаса, сосиски, если вы видите, конечно. И такой костерчик, я его уже два раза, много раз поджигал, и нормально вроде получилось. Не знаю на самом деле, как правильно держать, далеко ли от огня или недалеко, не знаю. Но что-нибудь получится. Я даже люблю иногда, когда посильнее оно прижаристее, так скажем. Ну, понимаете, о чем я, да? Поэтому буду вертеть, крутить, главное самому не обжечься просто колбаса может упасть прямо в огонь. Ну ничего страшного, ничего страшного. Можно и такое съесть. Жалко только то, что я с собой еще картошку не взял. Так с картошкой было бы прикольно потом после того, как костер прогорел бы, в угли закинуть, и она бы запеклась. Она самая вкусная получается, нежели там в духовке или еще где-нибудь. Так что вот так, фух, очень жарко. Я думаю, на самом деле будет холодно сегодня, но я аж вспотел. Кстати, пока бегал за этими дровами и прочим. Так что, в принципе, все нормально. Не знаю, насколько атмосферно все это будет, конечно, пока еще не вечер. Но если вечером, я просто мог бы не успеть там разжечь костер и прочее. Провоняю весь костром, но мне, в принципе, это все равно, потому что мне х -х -х на свидание сегодня точно не идти, поэтому без разницы. Это даже вкуснее запах, чем от духов, я считаю. Ну, а те, кто смотрит видео и вдруг, может быть, хавают в какой-то момент, внезапно вдруг, тем приятного аппетита тоже. Кушайте вместе со мной, но сколько бы я ни ел, я все равно остаюсь худым без разницы. Даже 60 килограмм не могу набрать. Блин. В общем, еще одну тему я хотел развить. Немного раз, уж я начал делать этот костер и прочее. Про приспособленность людей к жизни. Понимаете, одни люди умеют жить, и другие люди не умеют жить. И ничего с этим не поделаешь. Это знаете, как было в фильме «12 сульев». Ну, те, кто смотрел, может, кто читал. Одни люди умеют играть в шахматы, другие не умеют играть в шахматы. И никакие тренировки ничего не исправят это. Потому что если есть предрасположенность к тому, чтобы что-то делать хорошо, нежели чем у другого человека, это как в спорте, понимаете. Есть кто-то, кто, кто по-любому сделает это. А есть кто-то, хоть он всю жизнь этому посвятит, но он не сделает это. Ну, понимаете, о чем я, да? И смысл в том, что я из тех людей, которые не умеют жить просто. Я не знаю. Вот у меня же есть тоже там одноклассники, сверстники, которые со мной там учились в школе, и там я в детский садик не ходил, но это и ладно, это об этом не будем. Э, они явно более успешны, чем я. Может, некоторые из них уже умерли, кто знает, я не знаю. Может, кто-то из них более успешный. Ну, про некоторых я знаю, что они более успешны, потому что у них есть жилка вот эта, или может быть, какой-то стержень внутри для того, чтобы добиться. Они как рыба в воде в этой жизни, понимаете? А я как будто бы гость случайный в этой жизни незваный гость можно сказать как на этом празднике жизни ну понимаете о чем я да как незваный гость со своими розами пришел и типа у меня было такое в жизни поэтому короче больше я вообще даже не думаю по поводу того что типа можно что-то в жизни изменить нет я даже не парюсь по этому поводу потому что я понимаю то что э, это то что я заслуживаю это моя позиция и это то что в принципе, наверное, и должно было со мной произойти. Меня, допустим, никто не направлял, меня никто не заставлял учиться, никто не заставлял там что-то делать. Я сам как-то какие-то интересы себе находил и прочее. И, может быть, поэтому я не добился, потому что меня там не заставляли что-то делать, меня там, ну, как бы не, не знаю, не занимались абьюзом, не применяли физическое насилие по отношению ко мне, хотя я жил в полной семье, в принципе. Кстати, вот насчет того, что одни люди умеют жить, другие не умеют жить, это так всегда было, было, есть и будет. То есть вот я, допустим, из того типа людей, которые не умеют жить, и у меня в жизни никогда ничего не будет хорошо, ну, имеется в виду, у меня сейчас так, среднее, среднее ближе к плохому, а у кого-то хорошо и всегда, всегда ближе к лучшему, но он все равно тоже думает, как я, что у него ближе к плохому. Ну, то есть всегда такая правда жизни. Не знаю, это, наверное, и изначально при рождении, вот как, знаете, есть, вот есть реально человек, который хорошо плавает, вот он хорошо плавает, я, допустим, не умею плавать, и в этой жизни я эту жизнь оцениваю как речку, как океан, Я эту жизнь оцениваю как океан, в котором я всего лишь маленький-маленький поплавок, еле как держится, или спасательный круг, в котором есть уже маленькая дырочка, и который уже тихо-тихо-тихо идет ко дну, понимаете, как Титаник. Мне даже не нужен айсберг для того, чтобы упасть. Я уже, в принципе, на грани этого. Ну, понимаете, о чем я, да? Поэтому вот такая моя позиция жизни. Я не знаю, как у вас. Пишите в комментариях, может быть, у вас там все по-другому. Только и надо писать там одобряющие какие-то комментарии, типа того, что да не, братан, у тебя все будет нормально, типа это ты, твоя жизнь только начинается. Не, на самом деле я уже прохавал жизнь. Я уже свое отработал. Я уже свое там отлюбил. Я уже свое там отстрадал. Я уже свое отболел. То есть я уже, в принципе, меня в жизни ничем не удивишь. Поэтому вот все так, как есть, так и есть. Не знаю, живу одним днем. Вот сегодня сегодня нормально. Сегодня я здесь где-то жарю сосиски. Завтра, может быть, я уже крякну. Поэтому ну, никогда не предсказуемая жизнь бывает. Ну, понимаете, о чем я, да? Кстати, да, насчет того, что реально опускать руки, конечно, не стоит. И я никому не советовал бы опускать руки. В любой ситуации, в какой бы вы ни находились, в любом случае всегда есть шанс на то, что все будет хорошо. Я во многих передрягах был в жизни. Хотя, казалось бы, у меня и нет жизни, наверное, вы подумаете, в каких передрягах ты мог бы тут быть, рассказывать, что ты тоже гангстер. Но на самом деле, были моменты, когда, типа, ну, я мог бы быть в тюрьме даже, допустим. Были такие моменты. И меня это все миновало. Может быть, это свыше там. Хотя я человек особо сугубо неверующий. Поэтому я как бы к этому отношусь так нейтрально. То есть я не, не атеист и не, и не верующий. Это что-то среднее. Ну вы понимаете, о чем я, да? Знаете, сегодня тебя машина не сбила, и ты типа думаешь, о, это, наверное, мне Бог помог, да? Ну, блин, это так не работает. Это, это чисто случай, случай, случайность. То есть, ну не знаю, сколько вот человек сегодня, пока вы смотрите это видео, погибло, или в этот момент умирает, или умрут через 5 минут. Блин, жизнь непредсказуемая, она вся состоит из случаев. Поэтому что-то планировать там на какое-то будущее и прочее, это, честно сказать, даже вообще не моя тема. Вообще близко даже не моя тема. Я поэтому даже не знаю, что... А что вы думаете по этому поводу? Вот вы и напишите мне. На самом деле, если быть честным, будь у меня даже миллион долларов, я бы, наверное, также сидел бы дома, ничего не делал. Только сидел бы, наверное, уже дома один. Но, с другой стороны, многие скажут, что, типа, вот сидеть дома, типа, вот реально ты мог бы купить себе там хороший дом переехать но вот как-то честно сказать когда ты живешь 20 лет даже больше 20 лет в одном доме в одной квартире в одной комнате каждый день день от дня просыпаешься в одной и той же комнате и видишь одни и те же стены тебе конечно же хочется их пробить и выбраться из них, как будто ты в тюрьме сидишь, но с другой стороны ты не хочешь уже покидать. понимаю людей, которые сидят по жизненное заключение в тюрьме, там, или которые сидят по 30 лет, они уже не могут адаптироваться в этой, во всем этом реальном мире, и им хочется назад в тюрьму, поэтому они очень быстро садятся в тюрьму. Вот так же и я. Типа я даже бы, наверное, не переехал бы со своей квартиры. Я бы помог родителям, чтобы они съехали от меня, но сам бы остался именно там, где мне привычнее. Ну, то есть все равно дома даже стены лечат, как многие говорят. Ну, вы понимаете, о чем я, да? В любом случае, спасибо за просмотр. Пожелайте мне что-нибудь еще, не знаю, что-нибудь. Подписываться никуда не надо. Телеграм для связи на видео. Если, конечно, кому-то интересно пообщаться там, разделиться со мной какое-нибудь мнение, о чем-нибудь посоветовать мне или прочее. Ну, понимаете, о чем я, да? Пишите, будем общаться. И спасибо за просмотр этого видео. Естественно, те сосиски, которые я делал, я кушать не буду, потому что я к еде отношусь довольно-таки ну, не знаю, я ем один раз в день всего лишь. Я вот позавтракал, прежде чем сюда идти, и вот эти сосиски, может быть, отдам каким-нибудь котятам, которых найду на улице по дороге назад. Я не выкину точно, сто процентов. Поэтому спасибо за просмотр. Три лайка можно, если, конечно же, это возможно. И все. Всем пока и удачи. В этот раз, видите, дождя не было, все нормально. Так что все хорошо.